Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, мы играем на сервере Amazing Pokeworld. И это второй по счету турнир, только сейчас огненных покемонов. Сейчас было немного набор по-другому, не сдавать алмазы, а была подача заявок, 16 человек подали заявки, но вот 4 человека не смогли зайти в игру, или ушли куда-то, или еще что-то. Те, кто подавали заявки, все вот тут. Тут у нас 3 человека. Тут у нас 3 человека. Тут у нас 3. И тут у нас тоже 3. Правила такие, что у кого нету пары, тот автоматически проходит следующий тур, так как 4 человека как раз не смогли зайти. Поэтому кто-то выберем какого-то самого слабого с комнаты и... И он пройдет следующий тур автоматически. Те, кто будут использовать шапки, лечилки, других покемонов, то есть не огненные, какие-то запрещенные атаки, или еще как-то попытается обмануть, или еще что-то, автоматически вылетает со спауна, ему не будет дан второй шанс, чтобы люди тоже не наглели и чтобы соблюдали правила. Они же подавали заявку, и там они же писали, что они точно не будут использовать шапки других покемонов, и писали, что у них покемоны прокачаны. Поэтому давайте, ребята, начнем. Первая комната у нас будет вот тут. Давайте вот этот. Первый бой. Вот так. Так, сейчас, ребята. И вот так. Ну что? Давайте. Да, проверяем на шапки. Да, в принципе, на шапки. Так, сейчас. Как мы шапки проверяли? Вот так. Ай, это, ну, в принципе. Давайте. Проверяйте. На шапочке-то как... Говорю, люди же писали, что они не будут использовать шапки. А, точно! Стоп. Сдает значка. Я же это забыл. Да, в принципе, пофиг, берем любые значки. Каждый, как бы, чтобы участвовать на турнире, нужно сдать по 3 значка. Ой, что-то я не то нажал. А, да, в принципе, пофиг, какие значки. Нет. Значки берутся за участие. Так, ну что, ребята? Давайте по местам. Нет, сначала... У кого нету значков, идите домой. Так, ну что, у всех там шапок нету. У этого нету. В инвентаре хотя бы, да? А на покемонах не знаю, может, где-то там у него и валяются. У этого, в принципе, тоже нету. Ну что, проверил там? Начинайте. Начинайте, ребята, бой. Бой 4 на 4, чтобы долго не затягивать, так как было в прошлый раз. 4 покемона... В прошлый раз было 6 на 6. Так. Так, сейчас, ребята, нужно вот этих всех потелепортировать. У кого там... Ну идите. А этот был вот тут, да? Ну заходи. Так, выключим дождь, я так думаю, будет получше. Ну что, начинайте бой. Так, еще вот этого. Так. Ну начинайте, ребята. Так, этот в предыдущий раз выиграл турнир.
То есть он занял первое место, даже где у нас тут доска. Вот тут у нас победители, которые были на прошлом турнире, да? Так, этот. Тут у нас три, да, тут у нас тоже три. Ну. Начинайте, нет? Иди. Так, лаги, как всегда, начинаются именно тогда, когда турнир начинается. Не до того, не после того, не до того, как стоял в комнате, а именно тогда, когда вышел сюда, начались лаги. Ну, понятно. Кто будет? Вверху буду кикать. Ну, кого там тпхнуть? Так, еще там вроде кого-то нужно было. Я не помню кого. В эту комнату иди. Сюда. Забегай. Так. Тут у нас все. Ну как все. Ох, ты ж уже один вышел. Вот лаги именно тогда. Это просто, ребята, именно лаги тогда начинаются, когда... Когда турнир, да? Иди в комнату, где ты был? Тут двое, да? Так, стой тут. Ух ты ж. И ты тут стой. Так, давайте тогда с следующей комнаты. Кого бы? Этот, я знаю, кто бы тут прошел. Давайте вот этот сражается с этим, а тот пускай проходит. Так как, в принципе, ребят, нету пары и... А ты еще тут что делаешь? У, я за... Ребят, за такое... Я говорил, что за такое... Или идешь на спаун... За такое я говорил, ребята, что любой человек, который пролезет на стадион, сразу бан. Потому что не нужно наглеть, и нужно знать, когда идет турнир, нужно соблюдать правила. А кто будет вот так мешать, тот вот так. Так, этого. И кто там еще был? Проверяй. Так, у кого там? У этого шапки. Вот одна шапка забираем. Забираем значки. Забираем значки. Шапочка. Ну, как бы одна была шапка. Ну, ладно, я забрал. У этого тоже забираем значки. Есть шапки, нету? Ну, этого уже нету. Ну? По местам. Начинайте. Давайте, ребятки. Как-то побыстрее. Так как, в принципе, на четырех участников меньше, так как или не смогли зайти, или еще что-то. Поэтому как-то будут они вот так проходить. Один будет проходить без участия. Без участия, так как, в принципе, нету пары. Как бы есть одна пара, а другой нету. Ну что, давайте будем смотреть. Макет сражается против... Ну, как бы вы сами видите, да, огненные покемоны 100% будут и всех Чаризарды. Нельзя использовать двух одинаковых покемонов. Я это уже говорил много раз. Если кто-то будет использовать двух одинаковых покемонов, ну, фиг его знает. Или вылетает, или посмотрим. Ну что, давайте смотрим. Кто кого. Так, пока что вот этот лидирует с правой стороны. Смотрим дальше. Кто кого. Так.
Походу этот убил того, 3 на 3 осталось. Но это будет немного побыстрее, можно сказать, так как на 4 игроков меньше, на 2 покемонов у каждого игрока меньше. Как вы видите, у всех одинаковые покемоны, нету, что очень много у них покемонов, но хотя штук так нормально, так есть, около 10, ну и так все выбирают самых сильных, ну вот Вульпикс пошел, точнее, следующая его эволюция, этот у него вроде сейчас 3 на 2 покемона. Так, ну что? Можно. Ну, по идее, этот выиграет, так как осталось 3 на 1. Ну что, давайте. Так, это с какой комнаты было? Вроде с этой, да? С этой комнаты, то есть тут у нас уже будут 2 человека. Кто? Так, иди сюда. Кто там выиграл? Так, первый победитель, ребята. Заходи. ТП, я не знаю, кому его ТП-хнуть. Например, вот так, туда наверх. Так. Сейчас, давайте с этой комнаты. С этой комнаты давайте у нас идет. Ну и так, давайте. ТП. И кто там еще был? Проверяй. Проверяйте на шапочке, ребята. Так, сейчас я буду смотреть. Так, забираем-ка мы вот это. И у этого, ну, шапок вроде нету, поэтому... Шапок вроде у никого нету, но может у кого-то есть на покемонах, да, но все же. Я не думаю, что кто-то вот так махлюет, если они же заполняли там заявки, да. Начинайте. Так, в этой осталось у нас 2. Эти уже выходят дальше. Тут у нас остались... Ну, тут как бы один вышел с игры, да, у него лаги, поэтому... Поэтому потом подождем. С этой комнаты я не знаю, кто пойдет. Я так думаю, что эти вот 2. Или нет, давайте вот эти вот 2. А потом... А с этой сейчас сражаются, да? Понятно. Так, ну что, смотрим. Первое место у нас будет Молтрес, ребята. Призы не такие будут, как в прошлый раз. Там у нас были Шайни, 100 уровень, Артикуно. Сейчас у нас будет Молтрес, 100 уровень. Первое место. Чилизард, 100 уровень, Шайни. Второе место. И Инфернейп, обычный, 80 уровень. Третье место. Хотя я не думаю, что кому-то будет нужен, так как, в принципе, так тут все участвуют. Но я так думаю, что можно будет добавить там немного мастерболов, немного... Опа, Шанделура нельзя же использовать. Вроде, как я помню, я не помню, запрещал ли я его или нет. Ну, давайте посмотрим. Я не помню, я вроде говорил, что нельзя использовать таких. Ну ладно, давайте посмотрим. Ну он же как бы огненный, да, но все же. Да, я как раз о этом и говорю, что можно было использовать так, как бы... Начальные покемоны с 2, то есть Чаризард же огненный и в то же время дракон. Можно использовать, например, Инфернейпа, да? То есть в то же время он и огненный, и бойцовский. Но я же говорил, что вроде Шенделура нельзя, так как у него огненный идет на втором месте, на первом у него идет призрак. Ну и так его убили, давайте посмотрим сейчас, что с этого получится. Может, он не так проиграет, а может выиграет. Вроде осталось 2 на 2, как я заметил. Так, что я в руках двери держу? А ну хотя, в принципе, чтобы выпускать потом, да, запускать.
Так, тот еще не зашел, как я понял, да? Того выкинуло, и больше он и не заходил. Долго я тоже ждать не буду. Не будем мы задерживать турнир на очень много времени, только потому что у кого-то лаги, я думаю, все понимают, ребята. Если вот сейчас у него же был первый бой, да, ладно, он не пришел, мы отложили на последний бой. Но если он не зайдет, если все бои пройдут, он не зайдет, тогда нет. Ну что, вроде, как я не помню, но вроде что-то 1 на 2 покемона осталось. Давайте посмотрим, кто выиграет. Это с какой комнаты? Я же в прошлый раз вроде ставил метки, да, с какие? Вот с этой комнаты. Ага, понятно. Эти с той комнаты. Ну что, кто выиграет? Я не помню, 1 на 2 осталось или 1 на 1. Вот это финальные покемоны. Кто? Вот то, что, ребята, я не знаю. Шиндлура же нельзя было использовать. Ну ладно. Так, этого мы тпшим туда. Забегай. Давай, забегай. Фу, сейчас. Сейчас у нас, кто тут я говорил? Артас и ТП. И ТП. Какой у него там ник? Так, ну что, давайте. Шапочки. О, какие шапочки. Вот это мы забираем. Ну, давайте, можно. Если уж один использовал, тогда можно. И вот в этого шапочек вроде нету. Куча тут вот этих значков. Нужно вот так поместить. В этого, в принципе, тоже я тут не вижу. Поэтому... Ух ты ж. Проверяю. Всех проверил. Сейчас он лечится, подожди немного. Этого сюда, это сюда. Так, еще что тут можно? Вот это сюда, чтобы инвентарь не был заполнен вот так. Так, это тоже можно сюда, это тоже можно сюда. Нету? Есть? Что там у него? Инвентаря нету. Сейчас осталось вот тут посмотреть, есть, нет. Ну что, тот зашел, не зашел. Нет, не зашел. Тот не зашел, но все же. Так, ну что? Давай, начинайте. Это третий бой, ребята, по счету. По счету идет третий бой. Давайте, поехали. Тут у нас двое. Тут у нас вот этот не заходит. По идее, бой будет вот так. Этот с этим, потому что тот не заходит. Это уже, ребята, последний бой. Поэтому... Уже прошло, не знаю, нормально так времени, но тот не заходит. Я, ребята, конечно, все понимаю, я извиняюсь, но мы сейчас, может, он еще зайдет, не знаю, через сколько времени. Тоже ждать его, это тоже не вариант. Я, конечно, понимаю, все там лаги, может, еще там, может, что, все быть. Или комп выключится, или свет выключили, или, ну, короче, может быть куча вариантов, но тоже, знаете, ребята, не вариант сидеть, ждать того, кто вышел, да, и кто не может зайти. Я все понимаю, но... Давайте, я не смотрел, у кого сколько покемонов осталось. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, все, ребята. Это первый круг у нас тут завершается. Ну, как первый? Еще вот эти. Эти еще должны пойти в бой. Да, в принципе, сейчас они пойдут, так как тот не пришел. Потом второй круг у нас будут из комнаты каждые. Друг с другом. И, в принципе, потом у нас финал. Ну, ну кого бы кикнуть? Я не знаю. Кикнуть бы любого, в принципе, игрока. Я извиняюсь, ребята, но сейчас идет турнир, так что... Да твою ж...
Ладно, может сейчас кто-то зайдет. Ну что, кто там? Так, ладно. Да вашу ж, ребятка. Так, ну кто выиграл? Так, этот выиграл, да? Сейчас он идет, в принципе, сюда, да? Заходи. Первый круг у нас кончился. Ох, ну что? Тот заходит, не заходит? Так, муты, муты, муты. За такое... Так. Ну что, ждем, не ждем. Я не знаю, когда он зайдет. Этот, давай, иди на спаун. Или куда там? Иди туда. Ух, если бы я еще успевал читать, что тут и кто пишут. Он заходит, нет? Что там? Уже столько повыходило, позаходило, и никто... Так, поменьше таких слов использовать. Кто там писал? А чё, он вышел или что? Ну что, кто-то заходит, не вы... я не понимаю, он заходит, не заходит. И этот куда-то ушел. Я, ребята, не буду долго ждать. Ладно, давайте пока что на паузу подождем. Так, ребята, еще один бой, так как тот человек, который, ну, не зашел в игру, так как он, в принципе, участвовал, ну, как это можно сказать? В турнире записывался, но только сейчас зашел. Ой, что-то я не то нажал. Так, смотрим у него, что там. Шапки мы забираем. Ну, не шапки, а вот это. Так, у этого нету. Да не ты! Вот в этого смотрим. Этого нужно... Давай, 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 чувак, побыстрее за значками. Так, ну что, ждем, пока тут за значками пойдет. Давайте посмотрим как раз в инвентаре. А все, он уже. У него шапок нету вроде, да? Я же вроде проверял. Показывай. Ух, я чуть не того ты пэхнул. Я не того ты пэхнул. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Показывай, 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 я значки сам заберу. Где твои значки? Нет смысла забирать какие-то особенные значки, можно любые забирать. Ух, ну что? Один зашел. Фу, чего? Показывай покемонов. Ну, в принципе, вот один зашел, уже в одного появилась пара, да, то есть он уже может. Да твою. Так, еще один мут.
Еще тут муты пошли. За такие маты уже. Ну что? Ну, начинайте. Ну что? Поехали. Пишет, что он вылетает, когда заходит с игры. Но я говорю, ребята, я все понимаю, но... Так. Вроде 3 на 4 сейчас же. Или 4 на 4, или 3 на 4. Ну я, короче, не видел, но вот этот вроде выиграл. Смотрим дальше. Ну давайте, давайте, давайте. Так. 3 на 4 вроде. Так, 3 на 3. Три на три, но этот сейчас умрет. Так, 2 на 3. 2 на 3, ребята. Смотрим дальше. Это вот... А, ну я извиняюсь, сейчас не будем прекращать бой. Уже это сначала смотреть, какие вылечены, какие нет. Ну что? 2 на 3 осталось. 2 на 2. Ну вот у этого чуть-чуть тут не полечено, но... Зашел? Нет? О, зашел. Так, ну что, давайте, давайте тогда быстрее. Сейчас посмотрим, кто с этих выиграет. Два на два. Вот сейчас 2 на 2. Смотрим дальше. Я говорю, ребята, я извиняюсь, что, например... Еще что-то, если он там забыл вылечить покемонов, но мы не будем сейчас останавливать бой только за того, что кто-то забыл вылечить покемонов и начинать его сначала. Вы же участвуете в турнире, ребята, это нужно сначала смотреть. Так, а этот где был? Если честно, я не помню. А, этот вот тут был. Так, ты иди сюда. Иди сюда. Ладно, он там покемонов лечит. Вы можете уже начинать. Так, вы можете начинать, а ты иди сюда. Так, все правильно, ребята. Давайте еще посмотрим вот этот бой. 86 уровень против 100-го. Это еще тут что такое? Так. И сейчас опять кто-то кого-то выкинет, или кто-то залагает, или еще что-то. Что-то они даже как-то не сражаются, опять у кого-то залагало. Ну? Ух, почти что с одного удара. Так, 3 на 4. 3 на 4. Эмбу. Давайте. Эмбу.
У этого полные жизни, поэтому... Ну что, смотрим? Так, 3 на 3 вроде. Ща, нужно... Вроде 3 на 2. Так, ладно. Смотрим дальше, ребята. Три на два осталось. Инферней про... О, 3 на 1. Ну что, я так думаю, тут уже понятно, кто выиграл. Этот выиграл первый турнир. Я думаю, хватит, если он будет все турниры подряд выигрывать. Тоже как-то будет не очень. Так, ну что, этот у нас выиграл, да? Забегай. Ну иди сюда. Ух, чё-то я не того тпхнул. Забегай. Ты... Так, ладно, он уже сам. Ну что, ребят, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию. У нас первый круг поединков пошел. Сейчас у нас осталось каждый раз еще один сразиться с одним. И потом у нас финал, ребята. В принципе, давайте на этом закончим эту серию. Турнир у нас потом продолжится. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.